Случилось то, чего так давно ждали наши болельщики. Сегодня официально стало известно имя главного тренера Минского «Динамо». Им стал Роман Михайлович Пилипчук. Ну, прежде всего, для меня это действительно новый вызов, новые возможности. Сегодня я стал частью клуба с большими традициями. И я надеюсь, что я с этим клубом добьюсь многого очень. И я очень благодарен руководству за то, что доверили мне и доверяют на сегодняшний день и сделали это предложение. Роман Михайлович присоединился к команде несколько дней назад и активно втянулся в работу. Понимаю, что предстоит очень тяжелая и сложная работа. У нас есть время, мы будем вместе работать для того, чтобы в будущем добиваться положительных результатов. Что же, наш межсезонье продолжается и находится в самом разгаре. Работы у ребят действительно очень много, и она будет непростой. Ну а мы же верим в команду и желаем успехов нашему главному тренеру. Хочу прежде всего болельщиков пригласить на футбол, чтобы они чаще посещали наш стадион. Мы будем рады очень их видеть, и их поддержка нам всегда будет нужна, потому что без болельщиков мы, наверное, ничего, и мы играем для болельщиков. И хотелось бы, чтобы у болельщиков в этом году был очень хороший год, и мы попытаемся их порадовать. Удачи, Роман Михайлович!